В дежурную часть полиции поступило заявление от таксиста, который после смены не досчитался заработанных честным трудом денег. А произошла пропажа при довольно загадочных обстоятельствах. На первый взгляд, добропорядочные клиенты воспользовались услугой аренды машины и заказали такси на час. В итоге водитель лишился 9 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На данный момент лицо установлено. Сейчас избирается мера пресечения. Не обошлось на прошлой неделе и без происшествий, которые попадают под статью «Мошенничество». Пожилой саровчанин отдал 30 900 рублей преступникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. Кровных денег с банковской карты лишилась и собственница участка в одном из садоводческих обществ. Оставив телефон в домике, женщина отправилась собирать урожай. И в это время на огород пробрались злоумышленники. Пока данная гражданка занималась земледелием на своем садовом участке, сотовый телефон находился в свободном доступе. И неустановленное лицо с ее телефона отправило, опять же, смс-команду. И с ее банковской карты на счет третьего лица были списаны денежные средства в размере 8 000 рублей. Оказалось, что таким образом преступник вернул долг своему кредитору. Найти нарушителя не составило большого труда. Все данные третьего лица, которому был совершен перевод, быстро удалось установить. А он, в свою очередь, и вывел полицейских на преступника. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.